motherfucker. Сап, ребятки, с вами канал Оригейм, Let's Play Rock, и сегодня, да, сегодня мы продолжаем проходить Субнафтику, но одно есть но. Подбираясь к Авроре, нас ждали там большие приключения. Большие, это Жнец, да. Жнец Левиафан, наконец-то я выучил, как его зовут. И он, собственно говоря, нарушил все наши планы. Что мы будем делать сегодня? Сегодня мы будем избавляться от Жнеца Левиафана. Я подсмотрел неплохой способ. Ну, по крайней мере, он эффективный, действенный, хоть и долгий и затратный. И для этого мы сделали все необходимое. А что именно? Мы скрафтили вот такую стазис-пушку. Я столько днища прокопал, пока искал эту пушку. В общем, мы ее нашли, мы ее скрафтили, а также апгрейдили наш ножик. Теперь он вот такой вот прекрасный, наносит больше урона. А что ж, давайте приступим к делу. Нам очень хочется попасть в Аврору, но местная живность нам этого не дает сделать. Поэтому сейчас мы отправимся ко входу к Авроре, где нас будет ждать этот Левиафан. Да, кстати, с жопкой Авроры ничего не получилось. Искал долго вход в нее и нашел. Оказывается, он находится в передней части. В общем, суть такая, короче. Когда мы подплыли и обнаружили вход, там плавает еще один Левиафан. Да, еще один Жнец. А где Аврора? И знаете, он настолько близко плавает к тому месту, где нам нужно проплыть, что это стало проблемой. Я пытался и так, и это, но нет, слишком близко мы к жопке. Тут же он вот здесь вот где-то плавает. Ну и собственно, я тут, короче, когда плавал, обнаружил интересную вещь. Крейг МакГилл расплылся на кислотных болотах, отбивался от паукообразных похитителей почек, прежде чем угнал прирученного звездного кита. Если он смог сделать это, то и вы сможете пережить еще один день. Собственно говоря, с такими словами нам достался после крафта досталась нам эта пушка. Стазис-винтовка, если быть точным. Ну я подумал, ну если действительно он смог, что мне мешается, а? План такой. Я пока не знаю, какой у нас план будет. Будем бессильно стараться не сдохнуть, при том, что у нас кислорода-то особо нет. И мы это будем делать все вручную. Ну а как же так? Без трудностей никуда. Я в мотыльке-то тут подплывать. А тут придется, короче, ножками дрыгать. В общем, смотрите, ребят. Где я нашел этот вход? Мы тут, короче, плавая мимо местных хищников мелких. Не сильно опасных для нас. Здесь вот есть вот такая вот штука. Вот такая вот глубина. Вот такая, мать его, яма. Жопа вообще. И вон там уже, я слышу, раздается крики Левиафана-жнеца. План 5 стазис-пушку. Постараться его заморозить. И, короче, херачить, пока есть силы. Но есть проблема. Это очень страшно. Но мы постараемся. Давайте я вот так вот, короче, аккуратненько спущусь вниз. Я надеюсь, он, короче, нас не увидит. Если увидит, это будет печально, на самом деле. Вон он, короче, да? Погасим фары, потому что им не нравится, когда на них светят. А нам преждевременные выбросы эмоций не нужны. Давай, мотопака! Ну, сучка, я здесь. Ну что ты не нападаешь? Я же уже почти рядом. Ну, давай.
свежая мяско. Мне кажется, ладошки начинают потеть. Ну не томи уже, давай, давай сделаем это. Нет? Ни хера, да? Куда ты поплыл? Чё-то, короче, он не идет на нас. Это на самом деле очень сильно пугает. Нет, короче, что-то, короче, что-то пошло не так. Ладно. Давайте его привлекать огнями. Ну? Что я очкую? Отлично, еще и наступила, короче, ночь. Теперь вообще ни хрена не видно. Дождемся дня, ребят. Ну, не вариант, короче. Что это было? Ну, серьезно, да? Вот как можно с ним сражаться, когда у тебя вот такая видимость? Никакая. Наступил день. По крайней мере, мы теперь видим, где плавает наш противник. Так, сейчас, короче, выключаем свет, крадемся. Ну, я надеюсь, что в этот раз у нас что-то получится. Ладно, давайте посмелее, короче. Нет? В смысле? Ну давай уже. Делаем это. Я хочу, чтобы ты меня сожрал, мать его. Да, почему? На полную. Ну давай. Да, да, мотофака. Hell yeah, bitch. God damn. Нет, я жив. Нет, так. Блин, у меня кислород закончился. Вот же жопа. Так, и беда. Да, мазафа, да, на ватри. А это? Он уже не такой смелый. Да, мазафа. Давай, давай, мазафака. Затыкаю просто до смерти. Давай. Оп. А это я сделал зря. Да. Да. Вот так вот. Yeah, baby. Ну, давай. Это не сохнет. Сохни, пожалуйста. Я так стараюсь. В смысле? Все, что ли? Братишка, ты умер? Ты разыгрываешь меня, он же засранец, притворился мертвым, да? Подождите, кислородику наберу. В смысле ты умер? Перестань. Все, я уже почти поверил. Ребятки, кажется, он умер. Мы сделали это. Охереть. Местные формы жизни, Левиафан Жнец. Открыта запись в базе данных. Да, ребят, мы его победили. Мне охереть. Как-то грустно стало. Чем мне теперь заняться? Какой новый подвиг мне совершить? Не, ну серьезно, хорош. Мы сделали это. Ну, я теперь вообще, короче, Мадонна. Это было очень интересно. Теперь мы знаем, как побеждать Левиафанов Жнецов. Теперь можно свободно плавать в эту сторону. Может быть, нас еще какие-то хищники ждут? Мы же еще не плавали в другие места. Может, там есть противники и пострашнее? В любом случае,
Нам это предстоит только узнать. А пока я предлагаю отправиться обратно на нашу базу, на нашу станцию, где мы подготовимся к походу на Аврору уже в нормальных комфортных условиях.